Как, делишки-ребятишки, с вами снова Эдисон, ЖК Игорь, и добро пожаловать в Майнкрафт, где сегодня мы будем продолжать играть в снайперов. И да, ребята, всем привет! Всем привет, ребята! И вы, конечно же, как обычно, молодцы, вы на прошлой серии набрали 28, мать его, тысяч лайков, поэтому, ребята, если вы хотите еще одну новую серию снайперов, то влепите огромный палец вверх прямо сейчас на вот этот ролик. Набираем 25 тысяч лайков, и сразу же выходит следующий. Обещаю. Что, пацаны? Новая карта! Мы обещали в прошлой серии то, что будет новая карта. Мы обещали, вот она новая карта. Да, на самом деле она не совсем новая. Ну, новее, чем предыдущая, можно так сказать. Но что я хотел спросить у подписчиков, какая вам карта больше нравится, это или предыдущая? Вот напишите в комментариях обязательно. Мне кажется, это здесь хотя бы прятаться где-то можно. Ну, возможно, возможно. Блин, ну я не знаю, мне кажется, здесь вообще очень сложно будет найти кого-то. Потому что я что-то смотрю. А я тоже что-то смотрю, и пока ничего высмотреть не могу. Я даже не понимаю, куда я иду. Это да. Опа! Это кто? Опа. Это кто? Опа. Это кто-то, объясните. Это кто-то... Да что? Да откуда нафиг? А, чё за фигня? Я 3 раза ему в голову выстрелил, почему он не умер? Откуда? Я... А вот неважно. Неважно, откуда, неважно. Эдис. 4! Я могу посмотреть на него! 4! Я оборачиваюсь направо и смотрю, Игорь стоит. Мне, короче, ребята, я понял, мне не везет ни на старой карте, ни на новой. Ну ты подожди, ты еще тут просто не привык. А где он был? Где он был? Вообще конченый, он сейчас такое делает, Эдисон. Не пали меня, понимаешь? Я уже понял. Жека. Опа, в супермаркет попали, опа, купи мне помидорки, купи мне помидорки. Хорошо, я куплю помидорки, не переживай. Я буду ждать, купи мне помидорочки, пожалуйста. Так. Ты издеваешься, я заколебался за тобой бегать, уже обернись, дебил! А, у меня сейчас голод закончится, кто поставил такую сложность? Подожди, а я тебя не убил? Так, подождите, знаете, что я... Ты меня убил! Знаете, что я сейчас понял, ребята? Получается, 1-1. Подожди, я что-то сначала не вдумал. Это 1-1-1! Почему один? Нет, это 1-1-0! Никто не выжил! Такая разница. Никто не выжил, 1-1-1, Эдис. Ну да, 1-1-1. У меня было 2 кило! Ну, да. А ты долго за мной бежал вообще? Я за тобой бегал минуту, наверное! Ну, в конце карты за тобой бежал, такой. Это было забавно очень. Ну, хорошо. Так, ну давайте прятаться, прячьтесь. Так! Так, сделайте, для начала я прошу вас сделать писфул, потому что у меня осталось 2 голода в предыдущем раунде. Хорошо, я сделал писфул, вообще не хардкорный пацан. Посмотрите, ему все, плохому танцору ноги мешают, а плохому... Вот ты жил в прошлом раунде 30 секунд, а я жил 4 минуты. Вот как он тебя обосрал, ты это слышал, Игорь? Да, ну все, это вызов. Это вызов, да. 1-1-1 счет, мне это нравится. Да какой счет? Какой счет? 1-1-1. 1-1-0, да, хорошо. 1-1-0. Так, 1-1-1. Не, ну 0-0-0. Просто 0-0-0. Просто 0-0-0, да. Не-не-не, давайте 1-1-1. Ну ладно, давайте 1-1-1, давайте так. Давайте 10-10-10. Ну типа ничья же. Ну и так ничья получается. 10-10-10. Хорошо. Так, а где вы. Да, где вы зараза? Где вы зараза? Не понял. Дебилы, да, вот скажите честно, дебилы. Я не понимаю, ну вылезайте, ёкарный бабай. Не надо тут. Ой, я случайно, пацаны. Ну да, случайно. Это полный взрыв, когда случайно выстрелил. Я сам испугался от того, что я выстрелил. Мы тебе так поверили, да, Игорь, то, что он случайно выстрелил? Да. Я вас ищу, а вас нету и нету, то что такие? Ты вообще странная фигня. Ну вот вы пришел побегать, да? Ну все, сразу убили, все, буду сидеть. Где этот, вот этот самый, как его там?
Не знаю. Я в Жеку сейчас только что стрелял случайно. Сорян, сорян. Так. Я такой вылазю, смотрю Жека, стреляю в Жеку, а где Эдисон? Эдисон вообще падла, я не знаю, где он даже был. Эдисон убил тебя? Да, у меня убил. Шо? Откуда? Да я просто бегал по карте. Ах, Жека-Жека, да, Жека-Жека. Капут, где Игорь, еще у меня такой вопрос, где Игорь? Я не понимаю, но если Эдисон где-то ж тут он, да? Он там? Ну где-то тут на этой карте, 100%, да. Игорь. Так нечестно, вылази, Эдисон. Да в смысле вылази, я как бы вылазил. В смысле? Ах, так. Муфлёр, муфлёр. Кого? Подожди, мне хочу... Ты муфлёр поганый, муфлёр. Ага. В смысле муфлёр? Ах ты ж зараза. Ты муфлюешь. В смысле муфлюю? Ну у вас на самом деле такая напряженная битва. Ой-ой-ой-ой. Что творит? Нам напряжённая битва. Что творит? Ярь! А, Ярь! Можно не кричать, опухаюсь. Ярь! Ярь, покажи свою Серёжушку, покажи, Ярь! Опа, Эдисон, я все видел, Эдисон. А ты все видел? Да. Так, я побежал! Казава! Захват здания! Захват! Жек, ты можешь подсказки, пожалуйста, не давать хотя бы? Захват! Я тебя видел изначально, Эдисон. Да понятно, что видел, тебя тоже изначально видел. Это возможно. Игорь! И... В смысле survival мод? Это был кемоди. А, то есть я стрелял в тебя. Я стрелял в тебя один раз. Ну один раз, ты что гонишь, ты попал бы в бегу? Да. Я бы попал, я уверен, что я попал. Конечно, да. Так, хорошо, что я сейчас это заметил. Проклятый читер. Так, где он сейчас? Я не знаю. А ты где нафиг? Игорь. Ну ты не можешь не молчать хотя бы! Ага. Ах, ты говнюк! Ах, ты же вообще собака-то такая, собака, да, собака? Игорь! Ты где? Я уже далеко, понимаешь? Ах, ты же зараза, далеко. В тёплых краях? Хорошо. Да. Игорь! В смысле, я чё-то не понял. Чё это было? О, это откуда вообще было? Это вот отсюда было, ну. Это туда, куда ты смотрел. Вот здесь. А чё я туда целился, там никого не было? Он тут сидел, он только вышел, он пау! А ты конечно, за... Хорошо, Игорь, хорошо. Ща я отомщу, хорошо. Ну что, я выиграю. 1-0 всего лишь 1-0, да. Ну давайте 2-1-1 уже. 2-1-1. Типа раунд все равно закончился тот. Засчитаем всем. Да, 2-1-1. Хорошо, молодцы. Сейчас я в любом случае не смогу выиграть. Нет, в любом случае надо тебя сдручить в первую очередь. Ты сейчас выиграешь, то все, то ты выиграл, ты понимаешь? Да, ура! Тугер победитель! Давайте на ножах. По-мужски. На меду давайте, на ножах. Давайте. Выбегайте, я вас подожду вот тут. Да, конечно. Он стреляет, понимаешь? Выбегайте, пацаны. Мы будем легкой добычей для него. Не. Да. Смыл так такой пьяного мастера. Пьяного мастера, да. То есть это намеки, потому что алкоголик, да? Да. Что там такое? Алло? Я не понимаю, как эта снайперка работает. Я вот тоже на самом деле не понимаю, вот как я так же стреляю и так же не попадаю. Как нахрен? А как работает этот нож, я понимаю, да? То, что я тебя в спину три раза хренакнул, и он ни разу не попал. Я сейчас не разумею немножко, понимаете? Так, Жека, нужно, чтобы ты затащил, Это я понимаю. Если ты не затащишь, ты прям... Нубасом будешь, так что затащи. Не надо... Дайте мне хоть раз выиграть! Да успокойся! А чё я? Ты чё? Ты видимый дебил. Я видимый? Да, где? Сейчас палю. Угу, вот спалил! Пау! Опа!
спалил. Это... Вы собаки, я все, я не люблю эту карту, я хочу старую карту. Возвращай, верните мне старую карту. Так, кому опасно? Давайте подсказки. Кому опасно? Опасно всем. Опасно в опасности находится вообще всех. Пока что никому. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Все, больше никому не опасно. Все, уже больше. Что такое? А что такое? Прием. Уже больше никому не опасно. Прием, земля, я Юпитер. Мне кажется, сейчас будет опасно. Да, такое себе. Опа, опасно. Вообще не опасно. Ой-о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 й
сломался в стене просто. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты, Эдисон, видел эту опасность? А, как? Что в смысле? Жека, ты... Как? Я два раза стукнул по нему. Ты понимаешь, что я так же за спиной у тебя стоял? За спиной. На ножиках лучше не сражаться. Ножики вообще не юзать лучше. Ну все, Игорь победил. Игорь победил. Это как вообще? Это, в принципе, это как? Это жестко, это жестко. Да, это жестко. Мне кажется, кто-то ему что-то подкрутил. Я Жеку хреначил ножиком, не работает. Ты Игоря хреначил ножиком, не работает. Как так? Ну ладно, ну все-таки это снайперы, как бы. Я не знаю, как я тебя реально, Жек, я тебя с одного удара. Ну, я требую реванша, поэтому, ребят, все зависит только от вас. Если набираем 25 тысяч лайков, то сразу же выходит следующая серия, обещаю. Да. Да, еще можете подписываться на наши все каналы, потому что мы как бы очень забавные и сексуальные парни. Можно... Это вроде первый раз в истории, да, Игорь победил? Да нет, вроде не первый. Не первый. Да нет, первый. А, спасибо всем за просмотр, всем удачи и всем пока. Первый. И последний. И последний. Также посмотрите видос, где я сегодня играл роль заключенного в серии «Бабули у Жеки». Да, ссылочка есть на экране. Заходите и ставьте лайкусики.